Всероссийский детский центр смены посетили участники Всероссийской научно-практической конференции «Форсайт санаторно-курортной среды и туристической сферы». Для гостей была организована экскурсия, на которой они познакомились с территорией инфраструктуры центра. Заместитель директора ВДЦ «Смена» Валерий Грицай рассказал гостям о проекте Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства, который будет включать в себя тренировочный центр «Молодые профессионалы» и центр профориентации «Парк будущего». Гости узнали, что совсем скоро на территории «Смены» появятся павильоны, в которых дети в возрасте от 11 до 17 лет смогут попробовать себя в различных профессиях. Всего будет создано 6 кластеров – строительство, транспорт, промышленность, сервисы, дизайн, информационные технологии и профессии будущего. Участники конференции отметили, что этот проект сыграет важную роль в профессиональном самоопределении подрастающего поколения. Здесь как раз наоборот происходит трансформация. Идет нормальный человек, начинает работать руками, потом он одновременно может еще и вуз закончить, да? Но если у него есть желание продолжать профессионализм свой, совершенствовать рабочий профессию, он уже профессионал. И поэтому здесь очень четко все просматривается. У этого центра хорошее будущее. Потому что вот то, о чем я говорила, статус рабочих профессий настолько разрушен, что для этого требуется огромное количество времени и средств. И большое счастье для, вообще для экономики России, в том числе, это наличие таких центров. На меня он произвел очень хорошее впечатление. Мне кажется, что с детям здесь очень комфортно быть, потому что хорошее место, красивая природа, хорошее здание, чистота, порядок, как-то все располагает к сотрудничеству. В завершении визита представители Сочинского государственного университета вручили Всероссийскому детскому центру «Смена» благодарность за плодотворное сотрудничество. Всегда радуюсь хорошим гостям, главное, как интеллектуальным гостям. Самое главное, потому что, ну, в любом случае за интеллектом будущее, и даже если мы говорим о рабочих специальностях, вот поверьте, те несколько чемпионатов, на которых мне вот удалось побывать, я бы сказал, посчастливилось побывать, поверьте, вот все дети, это достаточно такие сообразительные, смекалистые, там вот без смекалки, без интеллекта даже не сообразишь, как это задание делать, ну а все остальное золотые руки, так что спасибо вам, приезжайте еще к нам.